Я считаю, что для вот нынешней ситуации они есть хорошие фильмы. Но они не для всего, не для всего человечества, понимаете? Они не на, нет у них такой спокойного взгляда. Это все очень, очень страстные фильмы. И я считаю, что они это продукт, который вот адекватен тому бытию, которое у нас есть. Поэтому это я считаю, что хорошие. Ну а так как художественные, они, конечно, ну, слишком надрывные. Ну, а самый сильный вот из таких поздних фильмов, я считаю, Шахназарова «Город Зеро». Потому что это такой философский фильм, который показал, что будет с нами и как это достигается, кажется, без всякого насилия. Вы смотрели, нет? 88-й год. Ну, это так. Вот что будет с вами.